Здравствуйте! Сегодня хочу познакомить вас с двумя прекрасными вкусными напитками, питательными и полезными. Как сейчас модно говорить, смузи. У нас сегодня банановый смузи, а также смузи из цветной капусты. Это придаст бодрости, сил в течение дня. Попробуйте, очень вкусно. Итак, для бананового смузи нам понадобится стакан кефира. У меня стакан 200 мл. Наливаем в емкость, в которой в дальнейшем будем работать блендером. Также понадобится один средний банан. Нарежем его на кусочки и добавим к нашему кефиру. А дальше работа за техникой. Все перемалываем блендером до пышности. Наливаем в красивый стакан, в котором вы будете дальше его подавать. Для следующего смузи нам понадобится также стакан кефира. Также наливаем в емкость. Цветную капусту нарежем на кусочки мелкие и добавим к нашему кефиру. И дальше также будем работать погружным блендером. Главное в смузи – это перемолоть все до пышности, до пены. Итак, смузи из брокколи готов. Также наливаем его в стакан. Мне это заменит завтрак и ужин. Получилось очень вкусно. Мне понравилось. Во-первых, много витаминов. Полезно. Пробуйте, готовьте. Желаю вам хорошего настроения, хорошего здоровья и успехов.